Я смотрю, там перед библиотекой расшуровали, еще в октябре месяце заметил. Вот. Какой, ну, библиотека Пикуля, да, вот дальше там. Там же все было заросшее деревнями. А вот дальше, дальше, дальше. Там вот почти сам. А, военная, ну. Да, военная библиотека. Она просто называется имени Пикуля. Вот, тоже изменился ландшафт немножко. Ну да, тут. И дорогу все-таки понятно. Подремонтировали. Вот еще в октябре. Конечно. В октябре, по-моему, еще здесь. О, вот, этот, вот этой трассы не было. А дворы, ну, дворы все так и остались. Ага. Ну вот, видишь, вот библиотека же, да? А тут же деревья же росли. Да, спилили. Тут полностью вот это, вот это библиотеки не было видно, вот это вот. А сейчас вот ее видно. Бывший усатый магазин. Угу. Псы подрезали, только с одной стороны. Тут книжный же еще был. Ну вот так вот, да? Тут и есть, да. Усатый, да, назвали, да, книжный. Угу. Вот наш ресторанчик, где мы были. Угу, да. Айвенго. Это не Айвенго. Нет. Монте-Кристо. Последний раз. А, Монте-Кристо, Монте-Кристо. Айвенго вон дальше, да? Да. Угу, Айвенго дальше. Ну, этим летом Айвенго. Угу. Они ремонт сделали, вроде все. Так, тут по-простецки. Тогда, блин, с этим Монте-Кристо я столько... Я, Лена, Васильев и Каменков. Мы, блин, сбивали цену с трех попыток. Ну, не укладывались деньги. Угу. А по сколько там получилось на брата там? На брата под 1500. Да, ну это нормально. Да, конечно. Так и то, Сколинграда говорили, что это, где вы такие цены, но в Сколинграде дешевле. В Сколинграде дешевле. Там выбора больше, наверное, да? Да, в Сколинграде больше ресторанов. Конечно, конкуренция. Так. А давайте мы поедем туда сюда. К Елизавете мы не доедем. А куда доедем? Там закрыли движение. Ну, вот. Мы доедем кое-куда. Куда доедем? Ну, мне сама-то Елизавета... Доедем. Угу. Мне сама Елизавета, я ее уже там тысячу раз заснял. Запущенная уже. Вот тут хорошо. Вот, зато видно, что там немецкие домики, ну, классные, да, видишь? Такой. Я вот, мне вот такие вот районы как-то душу греют. Я вот, ну, воспитывался, что ли, да? Вот. Вырос таких? Ну, конечно, конечно. Я вырос разваленным. А где, в каком районе ты живешь? В центральном я жил, когда был. Нет. А сейчас в Балтийском. Нет, там. А, в Балтийском районе. А там центрального-то где? Какая улица? Нет. Чайковского. А, ну да, это что-то. Прямо за зоопарком. Да, 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 такие места. Там очень красивые места. Зеленые. Угу. Домов много немецких. Спортивный комплекс ЦСКА, сейчас называется, нет, а как называется? А, все, опять переименовали. ЦСКА. Угу. Ну, сейчас крутнемся тут. Угу. А ты на Брасе был же, знаешь? Где? На Брас. Нет. Ах, меня что, никто не возил. А давай зайдем. Давай. Вот домик, видишь? Давай зайдем на Брас. Моя работа. Ты тут сидишь? Ну, я не тут, я на косе. На косе, ну, так я же о чем говорю. Какая же ерунда. Я думал, ты тут. Ну, станция тут три, Браса три, да. Ведущие, две ведомых. А где еще? И на Таране. А, на Таране? А то у вас такое расстояние такие, да? Так это больше нет, можно растянуть и больше. А на косе, значит, далеко там, возле самой Польши там, наверное, там. Да? Сколько там метров? Сколько же метров? 700.